В выборах президента России в Севастополе приняли участие около 242 тысяч человек, или 71,44% избирателей. Об этом журналистам сообщил глава местной избирательной комиссии Александр Петухов. В списке избирателей у нас было включено на момент окончания голосования 339 тысяч 10 человек. 339 тысяч 10 человек. Приняли участие в выборах 71,44% избирателей из числа включенных в списки. 71,44%. Обработаны протоколы всех 180 участковых избирательных комиссий. Все бюллетени посчитаны. Ни по одному из избирательных участков решение о признании итогов голосования действительными не принималось. Бабурин Сергей Николаевич, 576 голосов или 0,24%. Грудинин Павел Николаевич, 8698 голосов или 3,59%. Жириновский Владимир Вольфович, 6988 голосов или 2,89%. Путин Владимир Владимирович, 218 303 голоса. 218 303 голоса, что составляет 90,19%. Собчак Ксения Анатольевна, 3083 голоса, что составляет 1,27%. Суракин Максим Александрович, 569 голосов, что составляет 24%. Титов Борис Юрьевич, 896 голосов. Что составляет 37%. И Явлинский Григорий Алексеевич, 903 голоса, на 7 голосов больше, чем у Бориса Юрьевича Титова, что при округлении также составляет 37%. Также сообщается, что за выборами в Севастополе следили 16 иностранных наблюдателей и представители 31 средства массовой информации.